Приветствую, дорогие друзья. Продолжим прохождение метро Exodus. Хана завел непонятно куда. Какие-то подвалы, казематы. И мы поползем по этому иллюзорному миру, полному разочарований. Дал нам он, конечно, нам напутствие, но к чему это приведет, неизвестно. Стой! Кто идет? Стой! Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Не верю. Всюду ложь, пиздёж и провокация. Кругом обман. И весь наш мир полон обмана, иллюзий и боли. Но что делать? Так мы и живем в нашем царстве, государстве. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Заметано. Внимание! На станции проводится проверка документов. Любянка. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Приднестровье, моя прописка. Дальше что будем делать? Перо номер 3, начальник станции. Начальник. Этот мудак обосрался. Иди к чертям. Исчезни. Вали отсюда. Отвали, или я охрану вызову. Недоброжелательный народ. Может, облучился? Мерзавец! Подлец! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Не задерживаемся, проходим, проходим! Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петра сянешь? Ну-ка попробуй вот это! Вот это было получше. Ай, ну все одно слабо. Ты что, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Из-за влажа. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Беги! Поскакали. А куда? За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрей! Сюда! Да я бегу, роняя кал. За мной! Как Форрест Гамп в молодые годы. Я понял. Поворот не туда. Ой. Ну-ка попробуй вот это. Дубль 2. Так, а ты кто? Напарник? Хуй в пальто. Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду.
сюда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Здорово, отец. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные живут впроголодь, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что они трудятся ради лучшего будущего, но год от года их жизнь становится все тяжелее, они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти, а их командиры бросают их на амбразуры, затыкают их телами огневые точки, тратят их жизни, будто они и вправду не могут умереть. Но они умирают от истощения, от переработки, от пуль врагов и от своих комиссаров, которым приказано стрелять в них, в тех, кто испугался их и отступил. И внушают, что они сверхлюди, что они сделаны не из плоти, а из стали. И именно поэтому мне их жалко. Ради чего они живут? Ради чего умирают? Идолы прошлого давно рухнули, но им об этом не сказали. Лозунги, которыми они разговаривают друг с другом, ничего не значат в новом мире. Им запрещают свободно говорить и свободно думать. Каждый, кто задает вопросы, предатель. Любой, кто скажет, что за пределами красной линии жить лучше, шпион и диверсант. Тут лучше спрятать поглубже все человеческое, что в тебе осталось, и быть таким же, как все. Но есть такие люди, как Андрей Кузнец, которые не отчаялись и живут дальше. Хотя если бы на его месте был я давно бы уже отсюда сбежал. Почему же он остался? Боится, что застрелят при попытке к бегству? Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Какая-то карта интересная. Регина. Ага. Я понял. Есть такой датчик. Все, погоня отстала. Мне бы патрончиков купить не помешало. О, упал, сжался. Итак, 20 раз. На каждом ходе блокпосты. Крысы не проскочат. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. Здорово, отец. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Видел бы ты его в действии. В щи разносят. Считай до пяти, и все. Лучшее лекарство от головной боли. Видел бы ты его в действии. В щи разносит. Дай пять. Можешь осмотреть мою руку. Купить, что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Про красный армейский это не надо. А вот коллиматорный пойдет. Зум сильно большой. Так, тут у нас что можно сделать? Это не обязательно. Пучность, скорость картечи, из-за чего бойная сила на расстоянии падает. Значит, повышает действенность огня другой код на средних и дальних дистанциях. О, полезная вещь.
Давай. Ого, 40 патронов. Средняя дальняя дистанция. Давай. О, особо не обязательно. А патрончики? Кто заведует патрончиками? А вот он кто. Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Товар закончился. Спасибо. Готово. Куда дальше? Я не ошибся в Андрее, я его недооценил. Он не боится бежать, но его дело требует куда больше отваги, чем побег. Андрей помогает бежать с красной линии другим, рискуя собственной шкурой каждую минуту. Он и его товарищи спасли десятки беженцев, используя сеть тайных переходов и забытых туннелей, о которых красным пока ничего не известно. Обычных беженцев эта дорога жизни ведет к красной линии в большое метро, но меня Андрей отправит по ней в обратную сторону. Мне нужно на передовую нескончаемой войны между Красной линией и Рейхом, в самое пекло. Я отправляюсь на поезде, который везет свежую партию пушечного мяса в жерло мясорубки. Главное вовремя соскочить с этого поезда. Сюда? А, вы хотите, чтобы я там подцепился? Или что? Ну все, я попал. Ну, базар, вокзал. О, ну книжка есть почитать. Всякие штучки, молоточки, пассатижи. Прям я такой беспалевный тут лежу. О, сварочная маска. Так и сварочник тут, видимо. Вон электрод с Эль. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Удачной охоты, сталкер. Сейчас как плюхнут меня, блин, брюхом на что-то. И тут грузоподъемный кран. Все по местам. Ну что, поехали. Крысы вон сейчас пузо прогрызут. Что такое? Погрузились, засуетились. Внимание, внимание! Поезд отправляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Поехали. Остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты без свободы. Бабло победит зло, баба, бабло. Ну,
Ундервуд. В зале разгон. Нормальная перспектива. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Как и, собственно, сама война. War never changes. Все-таки цепанулся я за что-то брюхом. Запиваю. Экономика важнее диалоги. Так точно, товарищ комиссар. Лишь коммунистическое учение. Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннеля. Опа. А ты откуда взялся, блин? Капец, блин. По-тихому хотел пройти, да? Посыпались, братки. Ну, так получилось. Я хотел по-тихому. А получилось, как всегда. По сути, можно было бы еще и на ту сторону перебраться, но мы можем здесь, смотрю, пройти. А, тут пульки пособирать снайперские, да? Тут прям реальный Battlefield начинается.
Ладно, перейдем на другую сторону. Просто тихо, патроны. Очень важно. Сдается наш гордый варяг. А ну-ка. Я думал, взорвется. Можно было бы, конечно, по-тихому проползти, но не получилось. По-тихому это был не наш метод. Обана. Блин, дела. Не сюда. Хотя, походу, можно. Масочку оденьте, пожалуйста, молодой человек. Закрыто, блин. О. Прибор максимально ночного видения. Но, к сожалению, запарафинил я этот проход. Ладно. Типа где-то должны были быть ключики. А, ключики я не нашел. А ключики я где-то не нашел. Ну да ладно. Ну, если найдем, мы вернемся. Но я что-то сомневаюсь, что они будут где-то поблизости. Потом бормочет, блин. Типа, дот стоит, чтобы отстреливаться. Вопрос от кого? Никого нет. По стрелушке аж где-то там. Я понял. Thank you.
аккуратненько, мягенько так все это все дело проделал. Он внимательно, как говорится. И ты. Полный боинкомплектус. Затарились, заховались, собрались. Живучесть, рейховец. Готов, блин. Здесь у нас что? Здорово, отец. Это я свалился. Закрыто. Ну, видимо, я, возможно, сюда и мог бы как-то прийти по-тихому, чтобы меня никто не спалил. Но мы пошли немножко по другому пути. Все можно было бы делать по-тихому, но мы делаем максимально тихо, мертвенной тишиной, обволакиваем здесь все. Так, ладно, у нас тут лежит народу много мертвого, мы немножко подсобираем с них чуть-чуть, не? Всякие пути, лазейки, да проходы. Но мы пошли тут напрямую. Ну, типа, я тут должен был закончить, тот должен был проехать. Еще враги. Да. Далеко и долго ли он будет идти? Блин. Здорово, отец. Ну, здорово, отец. Минусанули клоуна. А, блин, там еще один. А, хера не видно. Так. Гранатки, амуниция. А чё ты не запрыгиваешь?
Дождемся, пока клоун развернется. Пока так. А, это вот мы кружок сделали. Нас тут вроде как не видно. Ждем, 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 ждем. За прикол. А вот он, конечно, неуклюжий. Следующий будет у нас тут. Смотри, смотри на костерчик, тебе полезно. Вроде больше ничего. Опа, дела. Вам, Милздер, надо чуточку отвернуться, пройти. Ты ж не повернешься, правильно? Какие коммуняки? Ну, я... ну вот и все. Арсенал наш. Тушенка. Консервочки. Закусочки. А, тут мертвый народ. Ладно. Так, ну вроде как бы все, больше ничего такого не видно. А, записочка. У красной линии нет врага злей и непримиримее, чем Четвертый рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз как метро разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же он так на нее похож? Не считая жизнь впроголодь, трудовые отряды, бесконечные митинги, трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут тоже разговаривают лозунгами, и тоже нельзя сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, верят в другое, мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. Расовая чистота отступила на второй план, теперь нацисты отстаивают чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутанты можно записать любого, кого казнить, а кого миловать решают штурмовики с автоматами. А со шпионами тут обходятся так же, как на красной линии, так что попадаться мне никак нельзя. Дела. Да. Ну, вроде как все. Заходь. А, мы тут дальше идем. Нету, нету, нету. На кипяточке. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. К
кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, молись своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Матрица, путь Нео. Угу. Клоуны. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Тупо без слов все понятно. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Ты там поосторожнее. Ну окей. А, подожди, а может получится поменять противогаз? А, не, он целый. Интересно. Почему? Он был же покорёванный. Странности. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Нормальная махина. О, Атас. Тикайте, хлопцы. А, АД для поворота башни. Смешно. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну, что-то у меня большие сомнения, брат, насчет этого незаметной подмены, всего остального. Как дам пару раз чердак. Ну все. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Бам-бам-бам-бам-бам. Это все дела.
Ай-яй-яй-яй-яй. А ты откуда взялся? Тебя не было. Ну это такое легкий шутер. Ну, давай, ну убивай ты их. Они как не умрут, блин. Перегрев. Можно как-то вот в этого клоуна попасть? О, проехали. Какой враг? Как он сзади. Ага. Бесконечные боеприпасы. Да? Господи! Да это же танк! Здорово. Это что такое? Что это было за... Все, приехали. Такое? Оно ковыряется. Проблемки. Жестко. Все, перегрев. Всех не положишь. То поехало, да? Я так и понял. Что это за турель такая? Неубиваемая. Но он никак не сдохнет. Давно бы сдохли. Даже не сомневайся. Дела. Ускоряемся. Да? Приехали. Серьезное место. Это нас готовит к чему-то? Ой, ключик нашелся. А вот и замочек от этого ключика. Фу,
150. Сюда лут. Это чисто Blesser and Pass. Да. И это план? Наши кости уже обгладывали бы туннельные крысы, если бы нам просто не повезло. В плане Ульмана было всего две составляющие: безумие и отвага. Фашисты не ждали, что мы захватим их уже собственную дрезину, не ждали удара с тыла в спину, ничего. Времена благородных поездок прошли давным-давно, а поединков. Если нужно ударить в спину, чтобы выжить, мы в метро бьем спину. Главное, чтобы твоя собственная спина всегда была надежно прикрыта. Это точно. Что такое? Зарядочки? Хера, у тебя сигарка. Ха, прикол. Опа, новые транспортные средства. Поехали. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Кто такой Ульман? Крысы. Осторожно, пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Но за крысами. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, смотри его, Артём! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. А, хорошо как. Держись! Оп! Фу. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Это что, блин? Получи, фашист, гранату. О, господи. Да я ж присел. Арсенал. Начинается. Урчит у кого-то какой-то голодной твари в желудке. Кто следующий? Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Что-то мне здесь, брат, не нравится. Жопа, чую, что нам жопа. Упали!
Охренеть. Вот дела. Все. Камикадзе. Что-то мы, по-моему, разогнались. Раз. Два. Ну, в рубашке родился ты, брат. Рончики есть? Капец. Вот это тукингельский джеляб. Мужик какой-то. Но нам откровенно повезло. Какие-то ходы. Надо было там пошариться, блин. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ура. Понял. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайк, комментируем, ставим колокольчик. Не забываем просматривать видео и ждать следующей серии. На этом мы с вами остановимся. До новых встреч. Пока-пока.